28 минут, по-моему, если не больше. Сейчас мы узнаем точное время, в чем причина остановок. Но вижу, что зеленое течет. Ну да, где-то в начале, в первой середине почувствовали запах тосола. Но стали следить за температурой, понимая, что мы теряем тосол. Но думали, может быть, помаленьку уйдет. Но когда температура стала уже критической, остановились, увидели течь. Долили воду, продолжили дальше ехать. Потом опять стала расти температура. Увидели Антона Шибалова, у него взяли воду. В общей сложности 4 раза мы доливали воду. Ну и под конец, меняясь с Антоном, мы поменяли тоже два колеса. Просто от больших максимальных скоростей сегодня висели очень долго на максимальной скорости. Когда большая скорость, долго колесо начинает греться. Сначала левое колесо взорвалось, поменяли, потом вот за 30 километров правое. А тосол потек от ударов или трещин? Непонятно, непонятно, не видно, течет откуда-то сверху. Но мы понимали, что течь, в принципе, терпимая. И доливая воду, мы все равно потеряем меньше воды, времени меньше, чем если бы мы начали разбираться, менять и так далее, клеить радиатор. Скорее всего, радиатор, где-то трещинка. Ну, посмотрим по приезду домой. Посмотрим, левак я покажет. Да, да. Да, спасибо. Не знаю, шутит Андрей или нет, но говорит, что заливали воду даже из термосов, из которых они должны были пить ее. Но, казалось, банальные причины, колеса и такие колоссальные потери времени. У тебя тоже колеса? Да, колеса 11 минут мы из-за этого потеряли. Останавливались два раза по 5,5 минут. Вот, поэтому пришлось, конечно, в конце немножко сброситься, так как запасок уже не было. Понимали, что за нами только Сергей Куприянов, а он достаточно далеко. И рисковать, конечно, не могли. Поэтому немножко сбросились напрямиках. Скажи, такая дикая тряска была, что у Каргинова аж два навесных... Две навесных фары отвалилось. Это действительно так? Трудный участок? Ну да, достаточно трудно. Он очень скоростной, быстрый и много участков, где можно подрезать, чем мы достаточно хорошо пользовались. Ну и, конечно, таких подрезках, да, очень много ям, кочек, которые, естественно, не прописаны. Их, когда проходишь ходом, да, там довольно сильно трясло. Но в «Женерале» вы сегодня не очень, конечно, будете хорошо выглядеть по итогам дня. Но в целом ситуация, как ты считаешь, как ее оцениваешь? Ну, в целом ситуация нормальная, нужно ехать, еще много впереди. То есть понятно, что обидно, да, каждый день сливать время, но впереди еще Китай, дюны, посмотрим, что там. То есть там картина может кардинально поменяться, это не раз уже показывали. Показывал и Дакар, и тот же «Шелковый путь», поэтому здесь главное не расслабляться, не сдаваться и биться до конца. Мы старались ехать быстро, но аккуратно. Поэтому, хотя там были места, где можно было пробить колеса, и пару раз мы были очень к этому уже близки, но все нормально и без остановок. Только одна остановка была, мы вытаскивали багги, которая улетела в овраг, из оврага его вынимали. Но вам это время вернут? Ну, наверное, мы очень надеемся. Скажи, рулежная трасса, быстрые прямики. Быстрые прямики. Помогает тебе твой газодизельный мотор? Есть динамика какая-то? Чувствуешь ты пользу? Ну, главная польза от газодизеля в ралли-рейдах и вот на такой трассе, что он быстрее сможет выхватить, разогнать машину. То есть, если тебе где-то пришлось затормозить, то ты можешь, не переключаясь, а у нас на ручке, не переключаясь, за счет этого быстрее разогнаться. Как твой экипаж? Доволен штурманом, механиком? Да, все отлично. Удачи вам на дальнейшей трассе. Спасибо, спасибо. Мы рады представить вам Алексея Вишневского. Мы знаем о нем просто заочно, а вот сейчас лично. Алексей, как сегодняшний этап? Ты раллист, это так? И как ты себя чувствовал на сегодня в грунтовых жестких дорогах?
Нет, я не раллист, я картингист из картинга. Но в целом, конечно, мне сложновато на такой скорости на максимальной держать максималку. И в этом сегодня у меня была проблема с ограничителем 140, то есть не работал ограничитель. То есть мне пришлось там 133, 135, 137. Ехать. Ну а так в целом скоростная трасса, есть опасности, промоины большие, которые некоторые прописаны в роудбуке, некоторые не прописаны, ну а так в целом все неплохо. А у вас есть амплуа, тяжелая техничка или идет на результат, вот ты в данном случае везешь дополнительный груз или нет? Нет, у нас все загружены практически максимально. Ну, понятно, кто провалился. На данный момент это я, потому что на второй день у меня возникли с топливной аппаратурой проблемы. Потерял там 3-4 часа. То есть, ну, понятно, что теперь буду я страховать всех, если какая-то поломка у других будет. А у кого стоит ЕМЗ до сих пор? ЕМЗ уже ни у кого, едем все на катерпиллерах сейчас. Ну, удачи тебе на дальнейшей дистанции. Спасибо. Ребят, это Дима Цыра, знаменитый российский штурман. Мы очень рады, что застали его на финише. Дим, выглядишь достаточно свежо. Легко проходит? Я думал, будет хуже, но действительно, ну, хорошо сложился этап, правда. Ну, высокая скорость, порядка, наверное, больше 110-120, средняя скорость получилась. Вот. Очень красивый. Наверное, повезло, что не было сегодня солнца. Обещали жару 35 градусов. Но так боги над нами, наверное, соблаговолили, да, нам с погодой именно повезло. И не было очень жарко, поэтому эти 470 километров пролетели на одном дыхании. Очень классно. Если Дима говорит, что было красиво, значит, успевал посмотреть по сторонам. И для штурма не сильно много работы было, наверное, нет? Была работа, но все равно очень красиво, поэтому, ну, есть 1,5 километра, можно что-то посмотреть. Всего хорошего на оставшейся части дистанции вам. Спасибо огромное. Спасибо.